Всем привет, дорогие друзья, это тот Сэм Элевен, и сегодня я покажу тебе, как получить новые бесплатные вещи в Roblox. Обязательно смотри это видео полностью, без перемоток, чтобы у тебя все получилось. Кстати, спорим, что ты не сможешь поставить лайк и подписаться на канал, делай это мизинцем всего лишь за 5 секунд. Только что вышли очень новые стильные вещи, сейчас покажу тебе, как их получить. Пиши в поиске то же самое, что написал я. Теперь заходи вот в этот плейс. Ранее мы с тобой тут получали, по-моему, одежду повара и так далее, но это было не очень интересно. Сейчас завезли очень крутые и стильные вещи, нажимай на кнопку играть. Вот я появился на спавне, я сразу тебе скажу, тут мы с тобой можем получить до 7 вещей. Смотри, нажимаешь вот на эти кнопки и смотришь, что можно купить. Это полная фигня, самый прикол находится вот тут. Тут есть вот такая крутая бандана, которая раньше была только платная. Есть такие очки и есть вот такие всякие кулончики. Смотри, наушники, волосы даже есть, просто офигеть. И тут написано, что нужно сделать для получения этих вещей. Посмотри, бросить 10 буррито. Это просто 10 буррито сделать, это вообще легко. Сейчас покажу, как это сделать. Заходим вот в это здание. Это мексиканский гриль. Теперь нам нужно устроиться на работу. Подходим к этому человеку и с ним разговариваем. Тут нам нужно выбрать форму. У меня, кстати, уже есть такая форма шеф-повара. Я получал ее в прошлом ролике очень давно. Нажимаем сюда и теперь нажимаем на кнопку play. Но зато я усвоил ошибку. Сейчас покажу, как это делать правильно. Нажимаем снова на кнопку play, если вы проиграли. Теперь смотри внимательно, я понял, как это делать. Тут все очень просто, и ты по-любому справишься. Вот он подходит и просит нам рис. Мы кладем рис. Как всегда, бобы, все по той же схеме. Теперь диваны. Диваны. Ну реально похоже на таракана. Вот, короче, это что? Вот эта штука находится. Я не успел, походу. Сыр. Держи сыр. Салат. Я вижу салат, вижу. На, держи салат. Готово. Теперь нужно нажимать на эти стрелочки. Просто нажимаешь на стрелочки, и ты... Все, готово. Одно буррито готово. И нам с тобой нужно сделать 20, 15 и так далее. Так, нам нужна вот такая штука или вот такая. Все готово, отлично. Теперь нам нужно вот это. Теперь нам нужен крем. И просто нажимаем быстро складывать. Вот тут стрелочка показывает, и нажимаешь на эти же стрелочки на клавиатуре. Не, ну за эти бесплатные вещи, тем более за банданы, за очки, это вообще имбище, поэтому я думаю, что это по-любому того стоит. Нам нужно сделать... Блин, а сколько для банданы? 15, это я точно помню. А сколько нужно было сделать для... Ну ничего, мы потом посмотрим, сколько нужно сделать для каждого предмета и получим. Первая наша цель — это бандана. Короче, ребят, смотрите, я уже получил какую-то рубашку с галстуком за 5 вещей. Ой, за 5 вещей, за 5 буррито, которые я сделал. Потом за 10 буррито мы получаем вот эту бандану, за 15 получаем вот этот кулончик, потом за 20 очки, волосы за 25 и за 30. Это что, сумка? Это просто... Ну, это мега стиль, это реально... Это мега стильные вещи, мне не очень нравятся, даже наушники можно получить. Нажимаем «Играй снова» и добиваем вот эти цифры. Короче, ребят, это просто жесть, просто не смотрите пока на мой скин, еще рано. Я хотел записать момент, где я уже собрал буррито и показываю, как получить вещи. Я уже понатыкал все, что нужно, но еще раз показываю. Я собрал 45 буррито, вы могли это увидеть. И я получаю за все это, все эти вещи. 45 это просто вам больше не нужно. Собирайте 45 и ливайте с игры, точнее из этой мини-игры. И заходите вот в эту штучку, в эту кнопку, клотчинг. То есть это одежда типа. Просто нажимаем на кнопку кляем, кляем. И вы все это забираете себе в инвентарь. Это просто имбища. Сейчас мы с вами посмотрим, как это выглядит. Капец, я постарался. Короче, ребят, после 30 раза это жесть сложно собирать. Я дошел до 45. Кто дойдет до 50, просто кидайте мне скриншот в телеге. Я конкретно с вас офигею, вы безумец. Короче, сейчас мы заходим и смотрим, как эти вещи выглядят в игре. Это просто достойно кучи лайков, потому что я, ну реально, постарался собирать эти вещи. Это было сложно. Короче, ребят, вот все эти вещи. Я только что их надел. Это просто имбища. Посмотрите. Просто, я думаю, что любой бы подумал, что это... Я просто купил, на себя нацепил. Попробуйте в этом плейсе все сделать. Это изи. Нам дали прическу, советы с сыром. То есть это макаронная прическа. Потом нам дали из одежды, смотрите, вот такую футболку. Она находится у нас в классических футболках. Смотри, заходишь в классические футболки, забираешь вот эту футболку. Аксессуаров просто очень много. Такая бандана. Потом на лицо нам дали вот такие очки. Потом нам дали вот такой кулончик. Потом нам назад дали, получается, вот эти наушники. И смотрите, нам дали вот такую сумочку. Смотрите, вот я снимаю ее. Это самые имбовые вещи на моем канале за всю историю, просто посмотрите на это. Это просто достойно миллион лайков, я просто обожаю эту игру. Для получения этой бесплатной вещи пиши в поиске то же самое, что и написал я. Теперь заходи вот в этот плейс. Вот мы с тобой появились на спавне, сейчас я покажу тебе, что нужно делать, поэтому смотри внимательно и не перематывай этот ролик, потому что только так у тебя получится получить эту бесплатную вещь. Как ты уже заметил, тут есть вот такие буквы, и нам с тобой нужно найти каждую из этих букв. А еще тут написано, что это задание лимитное, поэтому скорее спеши забирать эту вещь, потому что потом она будет
будет недоступно. Я уже, конечно же, знаю, где искать эти буквы, поэтому если ты посмотришь это видео, я покажу тебе, где их искать. Вот первая буква, это буква Т. Просто так подходишь ее, забираешь, и она перемещается в наше задание. Теперь давай я покажу тебе, где находятся остальные буквы. Нам с тобой нужно попасть вот в этот парк аттракционов, где колесо обозрения. Теперь нам с тобой нужно пройти прямо вот к этому колесу обозрения и запрыгнуть в любую из кабинок. Теперь нам с тобой нужно просто ехать на самый верх, и потом я покажу тебе, что нужно будет сделать. Доезжаем примерно до этого момента и спрыгиваем вот на эту штуку. Смотри, тут находится буква С. Подходим и забираем ее. Недалеко от этого парка развлечений спрятана еще одна буква. Теперь смотри, тут есть еще один пирс. На этом пирсе находится вот такой танцпол, колоночки и будка диджея. Можно прям вот отсюда запрыгнуть и бежать вот к этой сцене. Теперь подходим к месту, где обычно должен сидеть диджей. И посмотри, тут спрятана еще одна буква, это у нас буква Е. Просто подходим и собираем ее. Теперь нужно снова вернуться на спавн. Вот я прибежал на место, где мы появляемся, и нам с тобой нужно пойти вот по этой дорожке. Теперь заходим в это здание. Как только ты зашел в это здание, в эту вот комнату, тебе нужно поворачивать налево и проходить в этот проход. Тут у нас стоят разные манекены, конфеты и так далее. Нам с тобой нужно пройти в самый конец. И вот прям среди этих манекенов, прям в самом центре, ты заходишь сюда и собираешь еще одну букву I. Готово, теперь нужно снова вернуться на спавн. И вот мы снова на спавне, и как ты видишь, позади меня находится вот такой красный аппарат. Но он нам не нужен, нам нужна вот эта лестница. Просто подходим и забираемся на самый верх. Вот мы на крыше, и сейчас я покажу, где находится наша еще одна последняя буква. Она находится, нам нужно пройти вот по такому переходу на другое здание. И тут такие грибы, видишь, деревья в форме грибов. И тут уже кто-то стоит, собирает эти буквы, и я просто подхожу, прыгаю и забираю последнюю. Вот, мне уже дали бейджик, и мы получили бесплатную вещь. Если ты хочешь поиграть со мной в Roblox, попасть ко мне в друзья и так далее, тогда переходи в мой крутой телеграм-канал, который будет находиться по ссылке в описании. С тобой был тот самый Лемон, всем удачи и всем пока!